Что такое Беларусь? Картошка, трактор и Лукашенко? Да, но не только. В этом видео мы постараемся разобраться, откуда у белорусов два флага, чему белорусы – прекрасные юристы, и что делать, если вашу оперу запрещают. Это очень краткая история белорусов, от появления первых славян до наших дней. В 4 веке в Европе начинается великое переселение народов. Этот процесс не только разрушит Западную Римскую империю, но и заселит на территории Беларуси первых славян. Предки современных белорусов – три славянских союза – Кривичи, Дреговичи и Радимичи. Древние историки, посещая их как туристы, ужаснутся славянским баням и поразятся славянским любовным записочкам на берестяных грамотах. Древние славяне – прекрасные землевладельцы и охотники. Они создают первое поселение и обносят их частоколом. Они также активные и бойкие торговцы между собой. Уже тогда Беларусь была транзитной зоной, но только не с запада на восток, а с севера на юг. Суровые варяги плывут к богатым грекам, оплачивая проход по славянским землям. Население счастливо и богатеет. Именно в таких условиях и рождается первый белорусский город – колыбель белорусской государственности – Древний Полоцк. Одна из особенностей Полоцка, как и многих городов восточных славян – Вече, где горожане собираются и обсуждают насущные вопросы. Это одна из исторических форм прямой демократии. Первый из известных полоцких князей – Рогволод. На его молодой дочери Рогнеде захочет жениться князь Владимир, тот самый, который позже крестил Русь. Но молодая девушка отвергнет его. Тогда Владимир возьмет Рогнеду силой, а ее отца убьет. Но гордая палачанка не захочет мириться со своим положением. Через много лет она попытается убить Владимира во сне, но у нее ничего не выйдет. Разгневанный Владимир захочет сам убить жену, но за нее вступится их общий 9-летний сын, Изяслав. Сердце Владимира не выдержало, и он выслал мать с сыном обратно на полоцкие земли. А сам Изяслав стал родоначальником поколения полоцких князей. Например, его внук Всеслав Чародей правил Полоцком долгие 57 лет. При нем Полоцк на вершине своего могущества. Символ того могущества – грандиозная постройка – Полоцкий Софийский собор. Эта церковь – связь Полоцка с наследницей Римской империи – Византией. В княжестве – экономический бум, а князя любят практически все слои населения. Они верят, что князь умеет превращать врагов в муравьев. А вот внучку самого чародея, молодую Ефросинию, светские дела так интересовать не будут. Вместо этого она уходит в монастырь. Ефросинья – активный пацифист и миротворец. В любых ссорах между князьями она, пользуясь своим безукоризненным авторитетом, выступает посредником к примирению. По ее заказу изготовят белорусскую национальную святыню – напрестольный крест с реликвиями. Позже он будет утрачен во время Второй мировой войны. Помимо Полоцкого, на территории Беларуси появляются и другие княжества – Туровская, Брестская, Минская, Гродненская и многие другие. При их появлении большинство населения исповедовало язычество, но с крещением Руси подавляющее большинство становится православными. Хотя языческий след до сих пор можно найти в белорусских праздниках и обрядах. Все эти княжества – активные участники политической жизни вместе с другими славянскими княжествами. Все это будет, пока с востока не придет новый страшный враг. В 13 веке на русские земли приходит новая напасть – нашествие монголов. Они поглощают русские княжества одно за другим. Помимо монголов на востоке, на западе – другой грозный враг – Тевтонский орден. Оказавшись между двух огней, княжества решают объединиться в одно сильное государство. Так рождается Великое княжество Литовское – союз княжеств и славянских племен. Его первый глава – новогрудский князь Миндовг. Создание ВКЛ особенно тем, что создавалось не войнами и захватами, а союзами и династическими браками.
Герб нового государства – погоня, один из старейших геральдических символов Европы. Чтобы именоваться королем, Миндовг принимает католичество, хотя большинство населения исповедует православие. Помимо короля, властными полномочиями обладает особое привилегированное сословие – шляхта. Шляхта – это литовские дворяне и землевладельцы. Они составляли около 15% от всего населения. В определенный момент они даже добились права снимать с должности не понравившегося им короля и назначать кого-то более подходящего с их точки зрения. Также шляхта – это военное сословие. Именно оно формирует литовскую армию. В полномочия же великих литовских князей входили международные дела, союзы, объявления войны и мира, управление армией, законодательные инициативы. Новое государство успешно противостоит монгольской угрозе. Именно тогда и появляется термин «Белая Русь». Так называют центральную часть ВКЛ, свободную от монгольского нашествия. На Западе успешное противостояние Тевтонскому ордену. Апогеем их борьбы станет Грюнвальдская битва, где ВКЛ с союзной Польшей разгромит Тевтонскую армию. На пике своего могущества ВКЛ будет занимать огромную часть европейского континента, от Балтийского моря до Черного. Государственный язык ВКЛ – белорусский. Особенно удивительно то, что тогда белорусский язык имел сразу три транслитерации – кириллицу, латинскую письменность и был даже арабский алфавит. При помощи него на белорусский язык переведут Коран. На белорусском языке выходит верховный закон Великого княжества Литовского – статут. Статут издавался три раза. Он вводит равность людей независимо от их вероисповедания. Православные, католики, иудеи и мусульмане теперь равны перед законом. А нахождение на одной площади церкви, костела, синагоги и мечети станет обычным пейзажем белорусских городов. Статут вводит понятие о презумпции невиновности. Теперь для обвинения в преступлении нужны доказательства. А белорусских женщин теперь нельзя насильно выдавать замуж. Всего около 300 статей будут регламентировать жизнь государства. Многие положения статута опередили свое время. Это настоящий памятник прогрессу белорусской мысли. Но белорусы могут гордиться не только историей своей юриспруденции. Гуманист, писатель, ученый, врач, доктор философии и медицины Франциск Скорина стал основоположником не только белорусского, но и всего восточнославянского книгопечатания. Он перевел Библию на белорусский язык и придал книге ее современный вид с абзацами, титульным листом и нумерацией страниц. И нет, он никогда не работал в Санкт-Петербурге. Другие белорусы тоже массово открывают типографии. Брест, Несвиж, Полоцк, Вильна. Книгопечатание становится одной из главных культурных ценностей Беларуси. В 16 веке большинство белорусских городов получат магдебургское право. Это своеобразная городская демократия. Внутренними городскими делами теперь занимается выборная рада. Если члены рады плохо справлялись со своими обязанностями, горожане их переизбирали. Символом магдебургского права являлась городская ратуша. Помимо книг, символом Беларуси тогда стали пояса. Это был и оберег, и документ, и средство коммуникации. В Слуцке 55 мужчин-мастеров создавали огромные 5-метровые пояса из шелка, серебряных и золотых нитей. Французы гордятся вином, венецианцы – стеклом, а белорусы – слуцкими поясами. Повязать огромный шелковый пояс гигантским бантом стало символом белорусской идентичности. Всю свою историю ВКЛ – претендент на объединение всех восточнославянских земель. Главный соперник в этом вопросе – Москва. На стыке интересов – бесконечные войны и конфликты. Роковой для ВКЛ станет Ливонская война, развязанная Иваном Грозным. Начало войны – череда чудовищных поражений для ВКЛ, ставящих под угрозу само их существование. Она вынуждена просить помощи у своего старого союзника – Польши. Польша готова помочь, но только если два государства объединятся. Разговоры о создании единого союзного государства велись уже давно. В оппозиции – литовская шляхта –
она боится усиления польского влияния. Теперь, в условиях Ливонской войны, она вынуждена согласиться. Но это уже не союз двух равных партнеров. Теперь Польша диктует свои условия. Новое государство получает название «Речь Посполитая», что с латинского означает «общее дело». Речь Посполитая – это федеративное государство. Это значит, что каждый сохраняет свою армию, законы и казну. Высший орган государственной власти – Общий Сейм. Он состоит из 400 человек. Он выбирает короля на пожизненный срок и издает новые законы. Но его состав неравноправен. На одного литовского депутата сразу три польских. Особенность нового Сейма – юридическое правило – «Liberum Veto». Теперь все законы принимаются только единогласно. А если есть хотя бы один несогласный депутат, закон отклоняется. Государственный язык теперь польский. На нем ведутся государственные дела. Это создаст огромную пропасть между литовской шляхтой, перешедшей на новый язык, и крестьянством, сохранившим свой старый. Теперь они друг друга не понимают. Православие в новом государстве скоро окажется под запретом. Православных преследуют, а если вы православный шляхтич, то не сможете попасть ни в Сейм, ни в городской магистрат. На белорусских землях православные крестьяне будут регулярно поднимать религиозное восстание, а украинские земли взорвутся восстанием под предводительством казака Богдана Хмельницкого. Теперь белорусские крестьяне откроют для себя новый рынок по продаже зерна – Западную Европу. Доходы будут баснословные, а экспорт только расти. Только основные доходы от продажи зерна будут идти шляхте, а не крестьянам. И им будет хотеться все больше и больше. Теперь барщина, обязательная отработка на землях помещика, составляет не один день, а четыре, превращая белорусских крестьян, по сути, в крепостных рабов. В таком положении шляхта не захочет что-то менять и, например, развивать промышленность, создавая огромное технологическое отставание. Новое объединенное государство – грозный и могучий игрок на политической карте Европы. Поначалу она успешно противостоит своим соседям – Швеции, России, Османской империи. Но территория современной Белоруссии теперь станет ареной для европейских баталий. Самой страшной и разрушительной из них станет для белорусских земель Северная война. В конфликте между Швецией и Россией Речь Посполитая выступит на стороне России. Территория современной Беларуси – арена маневров и боевых действий. Шведская армия почти полностью уничтожит города Западной Беларуси, а русская, используя тактику выжженной земли, сожжет Могилев, уничтожит тот самый Полоцкий собор. Всех его прихожан убьют. Для мирного населения эта война в процентном соотношении станет более разрушительной, чем Вторая мировая. Погибнет каждый третий мирный житель. Но история Беларуси – это не только история войн, а еще и история необычной культуры. Особой популярностью на белорусских землях пользуется охота на зубра. Это подобно кориде, только вместо красной тряпки – огромная шапка. Особые смельчаки сражаются с зубром без лошади, лавируя между деревьями. Еще одна культурная особенность белорусов и многих восточных славян – особое ритуальное полотенце – рушник. Его используют и на свадьбах, и при встрече, и даже на похоронах. Рушник – это своеобразный документ. Каждый элемент орнамента имел особое значение. Теперь в Беларуси появляется утонченная архитектура. Грубые оборонительные замки превращаются в роскошные европейские дворцы. По белорусским городам ездит переездной кукольный театр «Батлейка», а в Вильно открывается первый университет. За 200 лет своего существования шляхетская демократия Речи Посполитой превратится в олигархат. Страна становится сферой влияния для иностранных государств. В Речь Посполитую идут целые обозы, груженные золотом, для подкупа депутатов. Они теперь работают в интересах иностранных соседей. В 1772 году Россия, Австрия и Пруссия вводят на территорию Речи Посполитой войска, оккупируя часть ее территории.
Чтобы узаконить свои действия, силой соберут новый сейм. Депутатов угрозами и подкупом будут заставлять голосовать. Неугодных до голосования не допустят. Правила либерум вето отменят. Теперь достаточно формального большинства. В таком положении Сейм одобрит первый раздел своей собственной страны. Все заседание депутат от Новогрудка Тадеуш Рейтан будет пытаться сорвать незаконный Сейм. Когда у него ничего не выйдет, он ляжет у выхода и закричит: «Убейте меня! Не убивайте отчизну!» Другие депутаты через него переступят. Позже против раздела начнутся восстания. Самые известные и массовые из них под предводительством Тадеуша Костюшко. Но восстания провалятся. За первым разделом последуют еще два. Речь Посполитая прекратит свое существование. А территория современной Беларуси полностью войдет в состав Российской империи. С приходом новой власти белорусы быстро поняли – грядут большие перемены. Православие больше не под запретом. Наоборот, теперь преследуют уже католиков. Каждый сотый крестьянин теперь должен служить в армии. Домой он вернется только через 25 лет. А от литовской интеллигенции теперь требуют признания новой власти. У несогласных отбирают имущество. А в белорусских городах отменяют магдебургское право. Почти сразу на белорусские земли придет новая война. Великая армия Наполеона вторгнется в Российскую империю, и их путь к Москве будет лежать именно через Беларусь. Важно, что большая часть белорусской и литовской интеллигенции будет воевать в составе армии Наполеона. Он пообещает им восстановить Речь Посполитую. Но основные тяготы войны, конечно, лягут на белорусское крестьянство. Сначала с ними пытаются расплачиваться за еду и фураж фальшивыми деньгами, но когда они откажутся их принимать, крестьян просто грабят и убивают. Крестьяне начнут массово уходить в леса, развернут широкое партизанское движение. Наполеон вскоре проиграет в России, а белорусские земли лишатся 25% своего населения. Но 19 век – это еще и эпоха романтизма. Это век возрождения белорусского языка. Молодые белорусские студенты под влиянием времени, хотя и учатся в российских вузах, хотят писать и говорить на белорусском языке. Появляется первая белорусская опера. Ее запрещают, но автор еще 10 лет ездит по небольшим белорусским городам и ставит ее нелегально. Теперь на территории бывшей Речи Посполитой появляются подпольные революционные кружки. Их главная задача – восстановление независимости своего государства. Скоро их возглавит молодой студент и журналист Константин Калиновский. Он начнет издавать газету на белорусском языке, а под его началом вспыхнет крупное восстание за независимость Речи Посполитой. Но восставшие расколятся, а крестьяне их не поддержат. Восстание провалится, а Калиновского повесят. Перед смертью он выкрикнет свою знаменитую фразу: «У нас нет дворян, у нас все равны». В Российской империи на территории Беларуси появляется первая промышленность. Теперь экономику определяют не феодалы-землевладельцы, а предприниматели. Тогда образуются многие знаменитые предприятия Беларуси. Например, Пинская спичечная фабрика – одно из старейших предприятий. Оно закроется только в 2020 году. Теперь в Беларуси одна из самых густых железнодорожных сетей в империи, а в Витебске пускают первый электрический трамвай, раньше, чем в Москве и Петербурге. А в начале 20 века появляется целая плеяда талантливых белорусских писателей. Они публикуются на страницах новой белорусской газеты «Наша Нива». Один из них, писатель Максим Богданович, всего за 25 лет своей жизни смог стать одним из главных белорусских литераторов и придать белорусскому языку его современный вид. Важным трудом для будущего Беларуси станут работы академика Карского. Именно он первый пишет, кто такие белорусы и где они живут. А в 1902 году появится первая белорусская партия – «Хромада». Их целью будет создание именно белорусского государства.
В 1914 году убийство в Сараево втянет Россию и весь мир в Первую мировую войну. На стороне России – Англия и Франция. Главный соперник – Германия и Австро-Венгрия. Почти сразу немцы вытеснят Россию из Восточной Польши и Западной Беларуси, а линия фронта разделит белорусские земли надвое. Миллионы белорусов превратятся в беженцев. За последующие 3 года войны линия фронта практически не изменится. Все изменят революции. Сначала февральская. Царя свергнут, но новое российское правительство продолжит войну. А потом октябрьская. Теперь фронт развалится, и ничто не помешает немцам продвинуться вглубь страны. Но скоро сами немцы потерпят поражение от французов и англичан и вынуждены будут уйти. Без царской власти части бывшей Российской империи массово объявляют о своей независимости. Беларусь не остается в стороне. Именно тогда и появляется Белорусская Народная Республика, первое белорусское государство. Флагом нового государства станет бело-красно-белый. А вот его автор, белорусский архитектор Душ-Душевский. Позже, во время Второй мировой войны, флаг станет символом и коллаборационистов, и многих партизанских отрядов. Самого Душ-Душевского немцы бросят в концлагерь за то, что тот будет укрывать еврейскую семью. А когда война закончится, в тюрьму его бросят уже большевики. ВНР просуществует меньше года. Придут окрепшие большевики и упразднят молодое белорусское государство. На его месте объявят Советскую Социалистическую Республику Беларусь. Красная армия попытается силой вернуть контроль над Польшей, но получит сильный отпор. По мирному договору между Польшей и СССР восточная часть остается советской, западная отходит Польше. Несогласные с разделом страны и потерей независимости белорусы поднимут в городе Слуцке массовое восстание. Но Красная армия его подавит. Территория Беларуси окажется разделена между СССР и Польшей. Теперь Восточная Беларусь в составе СССР. Советская власть, пока еще верная принципам интернационализма, позволяет назначить на территории Беларуси сразу 4 государственных языка – белорусский, русский, польский и идиш. А по территории Беларуси активно идут процессы индустриализации. Только за первые 15 лет промышленное производство вырастет в 23 раза. Но с индустриализацией приходят и репрессии. 90% существовавших тогда писателей и литераторов будут арестованы, расстреляны или высланы за границу. А в 90-х годах в нескольких километрах от Минска в урочище Куропаты найдут массовое захоронение жертв сталинских репрессий. Всего расстрелам в те времена подвергнется около 300 тысяч белорусов. На Западе, в составе Польши, Беларусь идет совсем по другому пути. Регион практически не развивается. Белорусские школы и гимназии закрываются, а образованием людей никто не занимается. К началу 30-х годов 40% западных белорусов не умели ни читать, ни писать. В 1939 году Германия вторгнется в Польшу, начав Вторую мировую войну. СССР, договорившись предварительно с немцами, оккупирует Восточную Беларусь. В городе Бресте даже пройдет совместный парад вермахта и Красной армии. А уже через 2 года сама Германия вторгнется на территорию СССР. Всего за несколько недель территорию Беларуси оккупируют. Особое сопротивление немцам окажут в 2 местах – Брестская крепость и Буническое поле, недалеко от Могилева. Последние защитники Брестской крепости напишут на стене: «Умираю, но не сдаюсь». На территории Беларуси немцы откроют около 300 концентрационных лагерей. Только в самом большом из них, Малый Тростенец, немцы убьют около 200 тысяч человек. 9 тысяч населенных пунктов будет полностью уничтожено. Из них около 5 тысяч полностью вместе с населением. Белорусских крестьян разгоняют в сараи и там сжигают. В Беларуси развернется самое широкое в Европе партизанское движение. Только за 41 год белорусами было сформировано более 200 партизанских отрядов. Белорусскими подпольщиками даже убит глава оккупационной администрации.
а 17-летняя партизанка Зина Портнова сможет отравить суп в немецкой столовой, убив тем самым более 100 немецких офицеров. Она умрет под пытками, так и не выдав других партизан. Оккупация Беларуси закончится только в 1944 году и унесет с собой жизни 2 миллионов белорусов. После войны на месте белорусских городов развалины и пустыри. Их нужно отстраивать буквально с нуля. Половина белорусских мужчин не вернулась с фронта, и вопрос восстановления страны теперь ложится на женские плечи. Они идут на заводы вместо погибших мужчин. Детей снова ведут в школы. В начальные классы берут даже 15-летних. Процесс восстановления Беларуси после войны растянется на долгие десятилетия. Беларусь становится одним из учредителей Организации Объединенных Наций. А чтобы ее не путали с другими советскими республиками, создает для себя новый, уже более знакомый нам, красно-зеленый флаг. Появляются военные писатели. Вернувшись с фронта, они во всех подробностях расскажут ужасное и страшное лицо войны. На развалинах старых рождаются новые промышленные гиганты. Особый упор на машиностроение, легкая химическая промышленность. В республике экономический бум. А на послевоенном пепелище выстраиваются целые гиганты советской архитектуры. Белорусские города до сих пор памятники того архитектурного наследия. Прогрессивному белорусскому руководителю даже пророчат руководство всем Советским Союзом, пока он не погибнет в автокатастрофе. А в Беларуси появляется даже свой первый космонавт. Белорусскую советскую идиллию разрушат два события. Сначала авария на Чернобыльской АЭС. 70% всех радиоактивных осадков осело в Беларуси. Сразу после взрыва последствия катастрофы стало замалчиваться. А в белорусских и украинских городах вместо эвакуации проходили праздничные гуляния по случаю 1 мая. Вторым событием станет нахождение тех самых захоронений, жертв сталинских репрессий. Белорусы увидят другую сторону советской жизни и массово выйдут на улицы протестовать, недовольные действиями советского руководства. Представители Беларуси, России и Украины подпишут Беловежские соглашения. СССР развалится, а Беларусь второй раз в истории станет независимым государством. Флаг нового государства – бело-красно-белый. Государственный язык – белорусский. Белорусы выберут своего первого и пока единственного президента. Присвоят русскому статус государственного языка. Вернут свой старый советский флаг. Но это уже не история. Это настоящее. Что такое Беларусь? Картошка, трактор и Лукашенко? Да, но не только. Белорусская история – это история демократии, олигархии, монархии и диктатуры. История народа, пережившего множество войн и катастроф, но всегда находившего силы для борьбы за независимость. История разносторонней культуры и белорусского языка, переживавшего свои взлеты и падения. Это история удивительных людей, порой ценой своей жизни создававших то, что мы сегодня называем белорусской самоидентичностью. И история людей, любящих повязывать пояс большим бантом на животе.